Турнир по мини-футболу среди команд Духовного управления мусульман Подмосковья проводят ежегодно. Эти состязания 13-е. Они состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе Огуднева. Соревнования были организованы при поддержке Министерства спорта Московской области. Участников турнира приветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Спорт всегда объединяет. Я уверен, что будет так и на этот раз. Ну, а вам, дорогие участники, хочу пожелать, чтобы обошлось без травм. И хоть и говорят всегда, пусть победит сильнейший, я уверен, что вы все сегодня победители, вы найдете новых друзей, новые эмоции. Поэтому я вас всех поздравляю с праздником. На состязание приехали команды из 12 муниципалитетов Московской области. Из Химок, Истры, Котельников, Электростали, Сергиева Посада, Раменского, Красногорска, Егорьевска, Дзержинского, Подольска, Орехово-Зуево и Щелково. Мы рады, что Щелковский городской округ всегда предоставляет помещение, всегда рад встретить всех на своей территории. Что такое футбол? Футбол – это развитие наше, развитие спорта, здорового образа жизни, да, это популяризация спорта. На первую игру турнира вышли команды из Сергиева Посада и Щелково. Наши ребята сумели сразу же завладеть мячом и повели в счете. Первые 5 минут пытались как бы так найти свою игру. Ну, видимо, там чуть раньше нашли, пошли хорошие комбинации. Соответственно, счет буквально там на 3-й минуте уже был 2-0. Вот, так уже почувствовали, нашли свою игру. Итог 6-1 в пользу щелковцев. Команда и во всех других встречах показала отличные результаты. Хозяева турнира стали чемпионами. Серебряными призерами футболисты из Красногорска. 3-е место у Истры. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.